Моя фамилия Штебушевский, я из Томска, и мои семейные предания говорят, что прапрадедушка был дворянином, сосланным в Сибирь. Это часто встречающийся сюжет. Откуда он появился? В 1799 году царство Польское стало частью Российской империи. Польским дворянам, которых называли шляхтичи, дали те же привилегии, что и российским. Но был один нюанс. В России дворян было около 3-5% населения, а в Польше шляхтичей было гораздо больше, около 15%. Это вызвало некое раздражение у представителей центра, и было принято решение, что оно, конечно, да, документы надо панам шляхтичам оформить по всем правилам, но с документами сложно, и в наше время даже сейчас. А лет 200 назад попробуйте найти документы о том, что дед был стольничем у князя, особенно если детей у стольничего был человек 10. Фантастические генеалогии штамповались десятками. Отправлялись в Герольдию, оттуда, тоже большими пачками, возвращались с отказами в признании дворянства. Результат? Сотни недовольных шляхтичей, польское восстание, их было два 1830 и 60 годов, аресты и ссылки в Сибирь. Правдива ли ваша дворянская история? Можем помочь узнать. За помощь с текстами спасибо Кириллу Чащину. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи в ваших поисках!